Снова здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Валентином Игоревичем Назаровым. Добрый день. В прошлую нашу беседу мы анонсировали тему разлома, культурного цивилизационного разлома, да, вот, который, как вот я вбросил это в дискуссию, проходит по Западной Украине. Поэтому эту тему мы сейчас, собственно говоря, и обсудим. С нашей точки зрения, вот с точки зрения теории народного социализма, в основе цивилизации лежит культура. А в основе культуры лежит один базовый основополагающий принцип, если хотите, идея. Да? Потом эта идея уже спокойно, там вороночкой развивается, развивается в культуру, культура развивается в цивилизацию и так далее. Именно по этим отличаются цивилизации. Так вот, культурный, в скобках, цивилизационный разлом, это является то, что разделяет цивилизации с вашей точки зрения, Валентин Андреевич. И если что-то другое или это... Коснитесь, пожалуйста, а какова же все-таки судьба в этой связи, именно с точки зрения цивилизационности Украины? Почему так остро стоит вопрос, что, как вы сказали, на Донбассе товарищи высказывались, вот мы к пленным относимся по-человечески, а вот эти вот западные украинцы, когда они захватывают в плен, значит, соответственно, восточных украинцев, они относятся к ним не по-человечески. В чем цивилизационная проблема? Ну, в прошлый раз я как бы иллюстрировал вот этой сказкой про Каина и Авеля, мы начали разбирать ее. Я говорил о том, что эта сказка размещена в главной книге человечества за последние 2000 лет. Ну, Евангелие, Библия – это все-таки главная книга, определяющая развитие человечества 2000 лет. И она размещена там не случайно, а именно чтобы показать нам, что есть два вот таких вот цивилизационных различных типажа, один из которых живет западный человек, это как бы прообраз Каин его. Это человек, который живущий материальным бытием, да, он стяжает материальные блага, он стяжает власть и он стяжает удовольствие. И Алис, все, это исчерпывает эти естественные права, полностью исчерпывает его онтологическую сущность. В этом смысле у него есть брат Авель, который живет другим. Он живет поиском гармонии, он стяжает гармонию с окружающим миром, отраженную на социум. Это является поиск справедливости во всем, отраженную на природу. Это добротолюбие, нестяжание, когда не нужно брать, покорять природу, мать природу покорять. Это логический нонсенс, да? Нужно жить в гармонии, это гармоничное развитие дальше. И так во всем, в том числе и в отношениях и семейных, и общественных, структурирование, разные общественные отношения. Люди, которые уехали жить на Запад, они сразу это чувствуют на своей шкуре. Разный социум, разный совершенно. Где начинается Запад? Куда вот, они уехали, так вот, эти люди? Так вот, хорошо. Так вот, где начинается Запад? Вы сказали культура. Я культуру воспринимаю как инструмент передачи навыков из поколения в поколение. Не случайно поэтому вот танцы всех этих, хоть полинезийцев, хоть северных народов, они отражают вот эти самые элементы там, охоты, там, либо на тюленя, там, либо на кого-то, на бизона. Значит, песни, значит, музыкальный ряд, декоративно-прикладное искусство, они всегда так или иначе показывают и передают вот эту гармонию быта, бытия и конкретного вот быта вот в этом вот социуме. То есть это культура, это инструмент, значит, воспитание следующего поколения. Стоп. Так воспитание – это уже более высокая штука, чем просто быт, пляски с бубнами или без бубнов, так? Да, он несет и мировоззренческие основания, но вот самое главное, по которому строится весь социально-экономический вот этот вот каркас социально-экономического уклада, да, цивилизационного уклада, это мировоззрение, это самый высокий уровень из средств национального управления, мировоззренческие, на нем идет непримиримая борьба, это как раз борьба, вот то, о чем я им рассказываю, это противоречие между Каином и Авелем, это вопрос о смысле бытия, о содержании бытия, предназначении жизни человека, зачем живем, ради чего живем, что является значимым, а что, чем можно пренебречь. Так вот, с этой точки, почему Каин убил Авеля, сейчас кратко вам просто скажу. Да просто потому, что
Авель жил совсем другим. Он жил в гармонии, он жил в благодати, он жил в счастье. Он жил в окружающем мире. Вот русский человек, вот человек нашей цивилизационной сущности, он по своему генезису, по происхождению, он человек природы, он сотворец. Мы соработники Господу, Творцу. Это потому, что говорится, что частица Господа в душе каждого из нас. Но Господь, природа – это одно и то же. Угу. Это одно и то же. То есть, что получается, этим двум мировоззрением нет единого места на Земле? Земля-то одна? Здесь, сейчас скажу. Нет. Они обречены этим мировоззрением бороться? Вот, сейчас я завершу предыдущую мысль, а потом отвечу на ваш вопрос. Так вот, значит, в данном случае… Если Каин, он неприкаянный, слово такое даже есть, да? Почему? Потому что нельзя собрать все богатство, нельзя постичь всех удовольствий, нельзя достичь всевластия. Понимаете, он бежит по, как вот в этом белка в таком вот крутящемся колесе, он непрерывно бежит, изнемогает, он чувствует, что он не достигает вот того предела, где он будет находиться в нирване, в счастье, в гармонии, сам с собой. Он непрерывно бежит, стяжает чего-то большего. Угу. Понимаете? Так же, как вот сейчас, когда падение фондовых индексов, да, некоторые брокеры, вон там были случаи, он потерял 50 миллионов долларов и выкинулся из окна небоскреба. Хоть у него еще оставалось 130 миллионов долларов. Угу. Вот понимаете, вот это стяжание непрерывное, вот как? Оно противоречит человеческой сути. Так вот, наш человек, нашего цивилизационного социума, он живет гармонией, стяжанием гармонии с окружающим, и он счастлив по определению. И в этом смысле, да, вот своим этим счастливым бытием мы умножаем на ноль все, ради чего живут потомки Каина. Понимаете? И в этом смысле мы обесцениваем их бытие. И ровно поэтому они нас ненавидят, люто ненавидят. Вот все никто не могут понять, почему западники нас ненавидят. Они неизбывно, чисто биологически нас ненавидят и боятся, потому что мы их несоизмеримо сильнее. А мы их и не боимся, и не ненавидим, что характерно. Угу. У нас нет к ним ненависти. Так вот, мировоззрение вот это принципиально разное с вашей точки зрения. Им, как им уживаться на Земле? Вот сейчас у нас... А потом мы подойдем еще снова к Украине прекрасной нашей. Так вот, начните с мировоззрения. Как нам уживаться на Земле, а Земля одна, наш дом, вот в этих двух мировоззрениях? Очень просто. Во-первых, не нужно абсолютизировать ни один полюс, ни второй. Точно так же, как электричество состоит из плюса и минус, человечество из мужчин и женщин, день и ночь из света и тьмы, значит, зима, лето, они все сменяют друг друга. Есть некоторая закономерность вот эта, да, и взаимная взаимодополняемость. Слушай, иногда Западу приходить к нам, а нам к ним, что ли? Сейчас отвечу. Точно так же ваш вопрос я мог бы транслировать в такую вещь. Если Господь всесилен, почему он уничтожит дьявола, антитезу свою? Так вот, на самом деле... Я потом расскажу вам ответ на этот вопрос. Хорошо. Я просто скажу, что я думаю по этому поводу. Это вот, а ответ он одинаковый. То, что вы сказали. Как миру Запада ужиться с миром Востока? Это два полюса, антагонистическое противостояние, оно может быть и мирным противостоянием, идеологическим, культурным противостоянием, торговым, каким хотите, вовсе не обязательно термоядерным. Оно сотни, десятки лет таким и тысячелетиями мы как цивилизации, мы такие противостояли друг другу. А какого рожна они к нам всей Европы ходили каждые 100 лет? Каждые 200 лет. Ну так вот, это антагонистическое противостояние друг с другом, да, оно и является источником диалектического развития человечества. Так же, как внутри каждого из нас есть и бесы, и дьяволы, и благодать, и вот это все внутри нас, оно, перемешиваясь, дает нам результат, который мы являем, как человек каждой отдельности. Это все дает жизнь, это дает развитие, диалектику. Иначе все остановится. Не бывает электричества, состоящего из одного плюса или из одного минуса. Остановится. Движение остановится. То есть, по вашей версии, Запад нужен для того, чтобы мы видели, каков он есть, каким не надо быть нам. Правильно? Да, чтобы мы осознали себя, перестали под него подстраиваться, плясать под их музыку, быть у них на подтанцу. Так мы не достигли, за 30 лет мы ничего не достигли.
Уже пора смело и честно, вот самому себе не врать, сказать, что у нас 30 лет, это мы получили прививку от вот этого капитализма. От глобального Запада. Вы употребили Запад и Восток. Разве Россия это Восток? А где тогда Китай с Индиями и прочими Япониями? Ну, это условно. Это я как бы говорил о судьбе единой цивилизации, которой, к слову сказать, Михаил Васильевич Ломоносов, например, он считал Энея, да, это тот троянец, который принес весть о том, что ахейцы высадились под Литрои, он считал его нашим прародителем славянских народов. У него, у Михаила Васильевича, для этого были основания, я вас уверяю. Просто в формате сейчас не удастся все рассказать. Прокомментируйте тогда в этой связи фразу Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток». И никогда им не сойтись между собой. Мировоззренчески. И где Россия в этой связи, вот если именно в таком ракурсе? Здесь как раз мы говорим о Западе и Востоке единой европейской цивилизации. Потому что если вы говорите о восточных цивилизациях Востока, да, это и Индия, и Китай, и там и Персия, Великая Персия, многотысячелетняя, это безусловно, это цивилизации. Но у них совершенно иная судьба, иное совершенно предназначение. Ведь смотрите, мир ислама, это великий мир ислама, это великое вероучение, это огромные территории, множество стран. Но с другой стороны, у них ислам, это, как бы сказать, мировоззрение прямого непосредственного, значит, бытия, он непосредственно реализует себя в нормах бытия, сам ислам. Ровно поэтому ни одному, значит, приверженцу этой религии не приходит в голову, что общественные отношения есть предмет его творчества. Потому что Аллах создал мир таким, дал богатых бедных, он дал механизмы урегулирования проблем, ураза-байрам, курбан-байрам, вот и все, и ничего делать, и все остальные это шайтаны, кто придумывает что-то иное. Точно так же вот эти все восточные религии, да, они все направлены внутрь человека. Они все направлены внутрь человека. То есть, как становится человек монахом, скажем, буддистом, да? Он садится посредине, значит, своей деревни, и его кидают камнями, обливают помоями. Он сидит, улыбается, потому что счастье внутри его. Его не волнует все, что снаружи. Он ищет счастье внутри себя. А счастье человека русского мира где? Так вот, то, что я вам привел эти примеры, да, это понижает творческую потенцию, предназначение творческого преобразования, как инструмента преобразования природы. В нашем понимании, значит, русского космизма, это я Владимира Ивановича Вернадского в данном случае буду сейчас цитировать, Чижевского, Циолковского, Николая Федоровича Федорова, Тьярда Шардена, в нашем миропонимании человек, вообще человек как биологический вид, да, он на природе, на планете Земля, почему он на вершине вот этой всей пирамиды живой и неживой природы? Потому что нам дана власть над всеми, над животными, над растениями, над самой матушкой Землей, вот сейчас вот после обретения водородной бомбы, да? Вот это почему? Потому что человек по сути своей – это инструмент преобразования природы. Вот хорошим он будет или плохим – это тот самый антагонизм, где соотношение бесов и ангелов внутри каждого человека. Инструмент в чьих руках? Каждого человека. Нет, инструмент преобразования природы – это инструмент, с вашей точки зрения, находится человек в чьих руках? Или? Исключительно собственных. Супер, да. Исключительно собственных. Ровно поэтому мы с вами обсуждаем вот эти темы. Мы говорим о том, что вот эти слова «народный социализм», потому что мы конструируем вот это. И вот субъект, это... и объект. То есть я не только инструмент в чьих-то руках, но человек и сам субъект, и сам же преобразует себя и мир вокруг себя. Преображение – это и есть творение. Ни много ни мало. Преображать и себя, и вокруг. Нет границы между собою, человеком, и окружающим миром как таковым, да? Если мы говорим о преображении, о сотворении, соработничестве. Не Богу, который находится где-то там, а здесь человек-инструмент.
а именно человек как сам субъект на земле творения. Наверное, вот это лежит в сути, вот то, о чем вы сказали, да, вот русская цивилизация? Несомненно, несомненно. Мы сотворцы Господу. И более того, я вам скажу, что мы не рабы Божьи, как после 1666 года принято говорить, а мы дети Господа. Более того, в самой главной, значит, молитве нашей: «Господи, Отче наш, иже на небеси, да святится имя Твое, да придет воля Твоя, да настанет Царствие Твое», мы на «ты» обращаемся с Господу. Мы сотворцы Его. Богоподобие человека, что такое с вашей точки зрения? Это способность творить по законам гармонии и красоты. Быть абстрагированным вот от этих вот как бы ограничивающих факторов бытия. Когда человек может уподобиться, как это, стих сейчас вспоминаю: «Блажен, кто в заботе о теле всю жизнь посвятил ради хлеба, но небо светлее над теми, кто изредка смотрит на небо». Угу. Вот, так вот, человек... То есть богоподобие есть возможность тоже творить по законам Божьим, да? По кону Божьему. По законам гармонии и красоты. Эти коны Божьи, они в нас заложены. Угу, в каждом из нас они заложены. Это чувство справедливости, еще раз повторяю. Искра Творца, она в каждом из нас. Подобие – это идентичность функции на самом деле, да? То есть, будучи подобным, одно подобие другому подобно, оно делает одно и то же. Вопрос просто масштаба. Получается, что человек такой же Творец, как и Бог – но только немножко другого масштаба. Совершенно верно. Будучи соединенным, совместным, событийным с бытием, то есть с Богом, человек тоже творец. Подобие – это идентичность творения, так же, как и бытие творит, и человек творит, но только в своем масштабе. И получается, что преобразование как творение на земле – это и есть главная функция человека. И, следовательно, тот, кто в основу своего быта, поднятого до уровня бытия, кладет вот это творение, он является человеком как категорией, а не просто животным, там, инструментом в вокале или там, полунедоразумным полуживотным, суперанималом и так далее. Да? Ну хорошо, тогда все-таки вернемся к замечательной нашей Украине. Проходит ли с вашей точки зрения Запад и Россия где? На Украине вот эта граница, и есть ли она как таковая? Или это не демаркационная линия, а какая-то другая линия? На самом деле я про Украину говорил еще 20 лет назад о том, что мы имеем сегодня, прямо у нас на глазах происходит разделение единого этноса на два этноса, разных этноса. Так же, как у нас с вами у всех на глазах пред этим разделился единый югославский народ, также на три этноса. И демаркационная линия проходит даже не по культуре, а по... То есть музыкальные песенки-то могут быть одни и те же, понимаете? Значит, нормы, как бы... Красота, значит, обрядовая одежда, там, она может быть тоже похожей, там, стрижек, там, манер поведения, это могут быть одинаковые, то есть чисто формальные. Вот, значит, разделение происходит по религиям, их это видно. И это наглядно иллюстрировано Варфоломеевой ночью, например, в Париже, когда французы протестантов вырезали французы-католики, хотя они никак ничем не отличались культурологически друг от друга. Это видно в нескольких кончаемой вражде североирландцев, протестантов с католиками, хоть они никак не отличаются культурологически. Вот, значит, почему именно по религиям? Потому что религия, да, это такой инструмент в, значит, бытие народов и цивилизационных сущностей. Религия – это как букварь. Букварь – это вместилище языка. Мама мыла раму. Это какая ерунда, да? Это же не высокий слог, это не Пушкин, не красота. Это просто элементы языка, которые закреплены. Точно так же открываем Евангелие, там, Священное Писание, там, Авраам родил Якова. Ну что за какие-то рассказки? А тем не менее, вот это все состоит из этих вот элементов, а оно все содержит вместилище морали и нравственности. Потому что мировоззрение – это как раз способность различать добро и зло. Смысл мировоззрения в чем? Это различие добра и зла. И вот эти границы добра и зла у всех религий, они различны. Не потому, что кто-то хороший, кто-то плохой. Вовсе нет. Просто все живут в разных условиях.
в совершенно разных условиях. И вот эти вмещающие ландшафты они требуют от того, чтобы люди сформировали отношения, мировоззренческие свои вот эти постулаты ровно разными. Поэтому у нас различаются народы мировоззренческие. Вот по этим границам. Раньше, кстати говоря, в Российской империи было запрещено, например, казнить иноверца, что бы он ни сделал. Вообще, что бы он ни сделал, иноверца отдавали в его цивилизационную среду, чтобы там его судили, по их законам. Потому что различаются вот эти вот... Это, кстати, было условие вхождения в Российскую империю вот всех этих грузинских князей и среднеазиатских вот этих, значит, тоже руководителей, которые все были при дворе инкорпорированы на уровне князей. Вот. Еще раз повторяю, а их подданные, они не меняли своей сути бытия, вот они жили в своей среде цивилизационной, в своей религии, в своей морально-нравственной, вот, этической основе. Ну хорошо, вот включили мы Западную Украину в 1939 году в состав Советского Союза как одной из форм нашей цивилизации. Стала Западная Украина в этой связи частью нашей, или не успела, или принципиально не могла, или не может стать? Принципиально не могла. Это как раз та самая ошибка, о которой говорили во времена СССР, когда мы создаем новую общность, единую общность, советский народ. На самом деле, то, что мы видели в Сумгаите, резню, то, что мы видели в Коканде, там жгли семьями, там резали, то, что мы видели после развала 91-го года, резню среднеазиатскую, это все делали советские люди в третьем поколении. В третьем поколении. Вот и все. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что тот спор между академиком Вавиловым и академиком Лысенко, что первично, природная сущность или привносная, вот привитая сущность, что первично? Вот победил Вавилов, который говорил, что природная первично. Так вот, когда вы сказали, значит, симбиоз вот этот самый западенцев с Украиной, сколько волка не корми, такая поговорка есть, все равно в лес смотрит. Так они же себя позиционируют как православные? Нет, они не православные, у них... Униаты. У них, вот вам разделение. Я подсказываю, да. Да, точно так же, как в Югославии. Вот вы же посмотрите, Югославия, это была единая страна, единые фамилии, единые внешности, все единое. А какая была непримиримость это? Резали же, понимаете, целыми семьями, там селениями целыми, женщинами, с детьми, там то же самое, что мы сейчас видим на Украине, когда бандеровцы бьют по, вообще безжалостно, они бьют по, мы в Мариуполе, пожалуйста, они бьют по мирному, по мирнику просто. Ну и поляки тоже, с поляками западные украинцы тоже не сильно дружат, да, мы помним во времена Бандеры, когда Бандера служил гитлеровцам, то взаимоотношения поляков с западными украинцами были далеки от гармонии. Так же, как и Франция всю жизнь воевала с Германией, это их внутренние как бы разборки, они вполне могут, так же, как были и войны гугенотов, там, извините, беспощадные, и 30-летние войны, и 100-летние войны, это все было в истории, вот, но они между тем все-таки как единоверцы между собой договориться смогут всегда. Их внутренние, те внутривидовые проблемы они решают более мирно и не столь непримиримым образом, как с нами. Ну, 30-летняя война 1618-1648 год, которая закончилась Вестфальским миром, показала, что далеко не единоверцы в Европе. Понимаете? Да. Именно... Далеко не. Да. То есть, иными словами говоря, мировоззренческие установки, получаются, те глубинные мировоззренческие установки, побуждающие человека к тем или иным действиям, становятся что, определяющими? Несомненно, да. Иначе никак не объяснить ту жестокость, непримиримость, неотвратимость, с которой вот история реализует себя вот в этой варфоломеевских ночах, которые повторяются всюду и везде. Мы обречены, мы человечество. Что получается? Обречены на бесконечное, как вы говорите, всюду
повторение вот этих варфоломеевских и прочих ночей? Если мы не будем понимать, с чем мы имеем дело, если мы будем квалифицировать правильно все, да, что является вот в нашем историческом этом процессе, что является дикими зверями, которых надо опасаться и, соответственно, принимать соответствующие меры. Угу. То есть, итак, разница между человеком и дикими зверями проходит по каким качествам? Может быть, это тема вообще отдельного разговора, более такого глубокого, философского, да? Дело в чем? Дело в том, что вот по нашей конструкции между социализмом как социальной системой, как системой триумфа социальности и всеми недосоциальными системами разница проходит не по экономике, не по принципу распределения и так далее, что является уже следствием, а по качеству человека. Если позволите, то следующую беседу мы с вами как раз-таки и посвятим качеству человека как основе и его отношении с другими человеками той или иной цивилизации. Хорошо? Дай Бог, до следующих встреч.